Добрый вечер, Гомель. Дача – это то, о чем думает практически каждый житель города. И эта передача адресована действующим и потенциальным дачникам. Сегодня мы узнаем, какие собственные планы можно реализовать, взяв земельный участок. В чем заключаются права и обязанности члена садового товарищества. И какие шаги нужно предпринять, чтобы стать владельцем дачного участка. Об этом и не только сегодня в нашей программе, но прямо сейчас знакомимся с гостями передачи. Анна Прикота, начальник отдела правового и информационно-аналитического обеспечения Главного управления землеустройства Гомельского облсполкома. Анна, добрый вечер. Добрый вечер. Елена Рондовцова, начальник отдела организации земельных отношений Главного управления землеустройства Гомельского областного исполнительного комитета. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер. И Виктория Баянова, заместитель начальника Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Добрый вечер. Добрый вечер. Виктория, у вас есть дача? К сожалению, нет. Но у моих родителей есть свой дом в Гомельском районе, городок Новая Гута. И мы всей семьей ездим туда периодически отдыхать. Мои родители понимают, что для своих внуков и детей они хотят только лучшего, и поэтому своим трудом обеспечивают нас чистыми продуктами. Поэтому они на этом дачном участке, так называемом нами, и трудятся ради нас. Это очень здорово. Ну, наверняка и вы им очень здорово помогаете, конечно, правда? Так. Анна, а у вас есть дача? К сожалению, дачи нет, но дача у меня всегда ассоциируется с отдыхом, от городской суеты, с каким-то единением с природой. Красота, реки, лес, вот. Чистый воздух. Чистый воздух, и да. Счастливые босоногие дети, правда? Да, главное – здоровые. Благодарю. Лена, ну я точно знаю, что у вас дача есть. Да, есть. А вот с чем у вас дача ассоциируется? Как вы воспринимаете дачу? Это способ отдохнуть от городской суеты или все-таки вырастить урожай чистый своими руками для себя? Ну, для меня, скорее всего, что это отдых от городской суеты. Больших урожаев я, конечно, не выращиваю, но люблю цветы, деревья, поэтому их и сажаю, за ними ухаживаю. Ну и, наверное, газон тоже – это серьезная работа, правда? Газон идеальный у вас? Как раз-таки очень образцовый земельный участок, можно показывать. Вы бывали, да? На фотографиях видела. На фотографиях видела, хорошо. Ну что ж, вот многие сейчас сожалеют о том, что вовремя не взяли дачный участок, не обзавелись дачным домиком, потому что вот когда накрыла нас эта история – с коронавирусом, да, именно туда многие горожане в отпуск свой приезжали. Именно там проводили летние каникулы дети, да, в то время, когда закрылась за граница, санатории, курорты. Ну, это был хороший способ, хороший, замечательный, я бы сказала, даже способ отдохнуть и восстановить свои силы. Вот есть ли у вас, Анна, Елена, какие-то данные, насколько активно в 2020 году граждане заявляли о желании стать владельцами земельных участков и заняться коллективным садоводством? Ну, как такового ажиотажа в 2020 году мы не наблюдаем. То есть, как и обычные годы, в обычном режиме все идет. Дефицита земельных участков нет. Любой желающий может подобрать земельный участок, который ему нравится, обратиться с соответствующим заявлением, и ему земельный участок предоставят. Только на территории Гомельского района более 300 садоводческих товариществ, в которых в настоящее время около 800 свободных незанятых земельных участков. Угу. Есть садоводческие товарищества, в которых земельные участки предоставляются по результатам аукциона. И на такие земельные участки есть спрос. Поэтому... Ну, а есть и такие, на которые спроса нет, пожалуйста, бери, да? Да, и, в общем-то, недалеко от города. И это только Гомельский район, а еще же недалеко здесь и Будакшилевский район, и Речицкий, район, да, и Добрушский, и Ветковский, да. Да, в любую сторону, да? В любую сторону, то есть на любой вкус, как говорится, и вместе рядом с лесом, рядом с рекой.
близко к городу, далеко от города, земельные участки есть достаточное количество. Угу. Ну вот какие еще собственные планы можно реализовать, взяв земельный участок? Ведь его можно взять не только под дачу. Вы так тезисно обозначите нам, пожалуйста, Елена. Да, земельные участки, вообще, конечно, все зависит от желания. Значит, можно и построить жилой дом в населенном пункте. У сельских жителей есть такая возможность и получить земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, ну, безусловно, коллективное садоводство. А у тех граждан, у которых имеются животные, сельскохозяйственные животные, то можно получить и для сенокошения, и выпаса скота. Угу. Поэтому все зависит от поставленной перед собой целей. Ну, я так понимаю, что виды этих земельных наделов, да, они имеют принципиальное отличие. Вот то, что можно, например, на участке под постройку дачи, да, то нельзя, например, осуществить на том участке земли, который выделен под сенокошение, верно? Безусловно. Если вы взяли земельный участок для строительства обслуживания жилого дома, то нужно построить жилой дом. Это является обязательным условием предоставления земельного участка. Если хотите просто выращивать сельскохозяйственные культуры, можно взять для огородничества, для ведения личного подсобного хозяйства. Для ведения личного подсобного хозяйства можно и там возводить различные постройки, за исключением, конечно, жилого дома. То есть это сараюшки, да, какие-то, да, да, бытовочки, да, небольшие. Да, да, на это нужно, да, хозяйственное сооружение, необходимое для ведения личного подсобного хозяйства, получить разрешение у исполкома и, соответственно, их возводить. Для коллективного же садоводства это возможность как просто выращивать сельскохозяйственные культуры. Кто-то может просто посадить газон, этого будет достаточно. Кто-то захочет возвести садовый домик, и такая возможность тоже имеется. Но, правда, надо не забывать, что в садоводческом товариществе организация самого товарищества основана на так называемом генплане, проект организации застройки садоводческого товарищества. Так. Вот. И возведение садовых домиков должно быть в соответствии с этим проектом. То есть обязательно нужно будет определенные условия и правила, и законы, вероятно, учесть. Конечно. Чуть позже о них вы хотели бы дополнить? Ну, да, я, да, чуть позже расскажу о внутреннем распорядке. Есть такие типовые правила внутреннего распорядка садоводческих товариществ, которые содержат определенные требования к занятию земельного участка, к расположению построек на земельном участке. Хороший анонс получился, спасибо. Опытные дачники реализуют на своих участках самые смелые планы. Кто-то дачные сотки превращает даже в инновационные площадки. Конкретные примеры. Сергей Кривенков, руководитель Гомельского садового центра природного земледелия «Сияние». Вот он сейчас на экране. Александр Дубовский, виноградарь, участник клуба «Виноград Гомельщины». А вот у жителей райцентров и малых населенных пунктов еще больше возможностей. Они ближе к земле, прямо сейчас. С нами на связи Брагинский район. Жанна Петровна, хозяйка агроусадьбы «Вишенка», которая с группой представителей личных подсобных хозяйств занимается органическим сельским хозяйством. Жанна, добрый вечер! Добрый вечер. Мы рады приветствовать вас. Как там осень в Брагинском районе? Я тоже рада всех приветствовать. Красивая осень, сегодня очень солнечный, погожий денечек, и в Брагине все прекрасно. И мне кажется, даже и тепло. Это же самый южный район Гомельской области. А, совершенно верно, это самый южный район. Я, наверное, похвастаюсь, что еще до морозов на красивом участке с органическим сельским хозяйством еще плодоносит малина. Вот поэтому как! Поэтому мы еще... Да, вы, да, мастера выращивать малину. Да. И наслаждаемся последними теплыми деньками. Спасибо. Жанна, ну вы мастера выращивать малину, и зелень у вас замечательная. Скажите, пожалуйста, Жанна, но вы же занимаетесь земледелием
органическим сельским хозяйством, да? Это же не дачный участок у вас, вы же живете в деревне, правильно? С какой целью вы этот участок брали, как он называется? Значит, совершенно верно, это не дачный участок, это участок, который размером который 50 соток, это экспериментальный участок по выращиванию органической продукции. Так случилось, что Багинский район является активным участником проектной деятельности. И это подразумевает собой работу с местными сообществами, которые заинтересованы в выращивании органической сельской продукции. Поэтому это не только я, это большая команда из 200 человек уже на территории Брагинского района занимается органическим сельским хозяйством. На участках можно посмотреть малину, землянику садовую 12-15 сортов. Это и яблоки органические, это и различные сорта груш, это и смородина. Но в этом году мы проводили эксперимент, и таким интересным урожаем была тыква. Потому что тыква очень полезная, и мы уже пробовали первые плоды нашей тыквы сушить. То есть скоро на Брагинщине будут и свои сухофрукты. Очень интересно, Жанна. Но я понимаю, что ваш участок земли – это и вправду инновационная площадка, верно? Совершенно верно. Чтобы вырастить хороший урожай, мы применяем инновационные технологии. А это была идея, которую мы реализовали в рамках проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» при поддержке программы развития Организации Объединенных Наций. И сегодня капельный полив – это один из таких хороших инновационных методов, которые применяются на участке практически у всех представителей нашей инициативной группы. Интересно. Жанна, благодарим вас. Вы столько информации нам дали. Что ж, желаем вам прекрасных урожаев и достижения новых высот в вашей сфере. Всего хорошего, доброго вечера. Напомню, дорогие друзья, это программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы даем информацию действующим и потенциальным дачникам. У нас в гостях Анна Прикота и Елена Рандовцова, которые представляют Главное управление землеустройства Гомельского облсполкома. Ну и Виктория Баянова у нас в гостях, заместитель начальника Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Поговорили мы с Жанной и еще раз хотим напомнить нашим телезрителям, что целевое назначение земельных участков может быть разным. Это земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома. Лена, что еще? Для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, сенокошения, выпаса скота. Много целевых назначений можно найти, подходящие для себя. Ну и, собственно, дачный. Так, вот скажите, для жителя города, ну понятно, у Жанны деревня, Брагинский район, ей можно брать много земли, а житель города, который работает в городе, да, еще не пенсионер. Вот какой вариант самый необременительный для такого горожанина и самый дешевый? Ну, если речь идет о земельном участке для коллективного садоводства, то и это предоставление земельного участка не с аукциона. Земельный участок предоставляется бесплатно. Бесплатно? Бесплатно. Просто необходимо... нужно заявить, да, о своем желании, да? Нужно будет заплатить только за оформление права удостоверяющих документов на земельный участок. Угу. В этом случае... Это большие суммы, кстати. Ну, ориентировочно до 350 рублей. В зависимости от места расположения земельного участка, времени года, это сумма за изготовление землеустроительного дела, которое изготавливает организация по землеустройству, ну и, соответственно, оформление права удостоверяющих документов в последующем. Ну, для такого замечательного дела размер суммы в районе 350
300 рублей, ну, скажем так. Конечно, это зависит и от вида права. Если это аренда и право пожизненного наследуемого владения, то да, земельный участок предоставляется бесплатно. Если мы говорим о праве частной собственности на земельный участок, то здесь уже нужно будет заплатить кадастровую стоимость земельного участка. Она тоже может разниться в одном месте чуть меньше, где-то чуть больше. Зависит от места расположения участка, от наличия вблизи населенного пункта, каких-то коммуникаций. И я еще вот хотела спросить, а можно сначала не оформлять, как вы сказали, в право пожизненного пользования, да? А впоследствии, когда уже ты занимаешься этим участком, этим можно всегда, как и квартиру ранее можно было приватизировать в любой момент, да? Ну, многие граждане, которые с нами общаются и у которых есть земельные участки, они как раз так и называют приватизировать земельный участок. Ну, правильно это будет приобрести его в частную собственность. Но ничто не мешает иметь земельный участок на праве пожизненного наследуемого владения либо аренды. И кадастровая стоимость земельных участков на территории Гомельского района может варьироваться от 700 рублей до 1500, если это право частной собственности. Если речь идет о земельных участках, которые предоставляются по результатам аукциона, здесь уже немножко другая стоимость. Ну, это, наверное, по близости городу, да? Да, это близлежащие садоводческие товарищества. На земельные участки в них есть соответствующий спрос. И, естественно, цена зависит уже от количества участников аукциона, от шагов аукциона. Например, в 2020 году продано 9 земельных участков на территории Гомельской области для коллективного садоводства с аукционов. Выручили 86 тысяч рублей с этих участков. Ну и цена, средняя стоимость одной сотки составила порядка 860 рублей. А кто даст информацию о том, где именно есть свободные участки? Вот смотрит нас сейчас потенциальный дачник и говорит: все, хочу дачу, чтобы следующее лето обязательно провести на воздухе. Куда ему кинуться, куда броситься? Или сначала на сайт зайти? Ну, конечно, мы рекомендуем зайти на сайт. На сайте создан единый банк данных земельных участков Гомельской области. Он создавался специально для того, чтобы любой гражданин, вот как раз он, любой, да, желающий, мог найти земельный участок на любой вкус и кошелек в любом населенном пункте с различными целевыми назначениями для различных нужд. Здесь собраны все земельные участки, которые мы предлагаем. Причем мы не ограничиваемся только теми земельными участками, которые сейчас находятся на сайте, в перечне свободных незанятых. Если гражданин, либо юридическое лицо нашли какой-то земельный участок, который не нашли на сайте, но хотели бы его приобрести, то они всегда могут инициировать проведение аукциона. И если это возможно, то мы сформируем земельный участок на аукцион, и его можно будет приобрести. Анна, а еще вопрос. Вот по какой причине земельные участки оказываются свободными? В садовых товариществах, например. Их просто не разобрали? Ну, могут быть и такие случаи, когда земельные участки не были востребованы до какого-то определенного момента. Либо земельные участки были изъяты, от земельных участков отказались. А какие шаги нужно предпринять, чтобы все-таки стать владельцем участка в садовом товариществе? Зашел человек на сайт, посмотрел, выбрал приблизительно то садовое товарищество, которое ему подходит. Что дальше? Ну, нужно потом обратиться с заявлением в районный исполнительный комитет по месту нахождения этого земельного участка. Да. То есть, если на территории Гомельского района, то, соответственно, в Гомельский районный исполнительный комитет. Да. Но как образец заявления тоже есть на нашем сайте. То есть на нашем сайте также есть и перечень пошаговых действий по предоставлению этого земельного участка. То есть гражданин
изъявив желание, он может и посмотреть, какие будут дальнейшие действия по рассмотрению этого заявления. Итак, нужно подобрать себе земельный участок, выбрать, заполнить заявление и направить его в районный исполнительный комитет. Все просто. Ввязаться в историю нужно, а там все объяснят. Так, там расскажут, как заявление написать. И заявление когда... есть уже на сайте. Можно заранее все сделать. Скажут, когда прийти и как это все оформить. И помните, дорогие друзья, это все очень недорого, если участок находится не в прямой близости от Гомеля. У нас даже есть такой, можно сказать, девиз для граждан. Вы должны ответить себе только на один вопрос. Хотите ли вы земельный участок? На все остальные вопросы ответим мы. Ага, вот так. Хороший девиз, да. А можно ли забронировать конкретный участок в садовом товариществе? Вот присмотрел человек и говорит, вот этот участок хочу. Алло, забронируйте, пожалуйста, мне до 15 ноября вот этот участок. Нет, забронировать земельный участок нельзя. Законодательство такого не предусматривает, как и не предусматривает введение очереди на земельные участки для коллективного садоводства. То есть получилось, кто первый обратился... Да, кто первый обратился, но, опять же, с помощью нашего сайта gomelyoblzem.by вы можете контролировать, мониторить ситуацию. Как только на нашем сайте появился земельный участок, а информация о свободных незанятых обновляется ежемесячно. Вот. Но как это только обычно на первое число число месяца обновляется информация. Как только увидели там земельный участок, который приглянулся, сразу обращаетесь. Так что, уважаемые потенциальные дачники, тут скоро начало месяца, вот 2 числа, 2 это понедельник, если я не ошибаюсь, да, все на сайт. Да. И ищем подходящие участки. Хорошо, вот, кстати, если участок для коллективного садоводства предоставляется в частную собственность, это значит уже... Это приватизация, да, в частную собственность или нет? Никак не могу разобраться в этих терминах. Но в земельном законодательстве такого понятия, как приватизация, нет. Да. Но поскольку всех ассоциаций с приватизацией, то сотрудник подразделения землеустройства обязательно подскажет, что да, это частная собственность. А частная собственность – это значит выкуп свою собственность за, конечно, денежные средства. Вот это земельные участки, у него будет уже все частная собственность. И его можно будет, этот участок и постройки, передавать по наследству? По наследству можно передавать даже любой земельный участок, независимо от вида права, будь то частная собственность, будь то пожизненное владение, будь то аренда. Все земельные участки могут передаваться по наследству. Но вот я хочу отметить, что частная собственность у иностранных граждан появляется возможность в случае наследства получить земельный участок в частной собственности. То есть он будет сохраняться. В других случаях исключение для иностранных граждан, они не могут получить земельный участок в частную собственность. И это вот единственный вариант, когда гражданин, иностранный гражданин, либо лицо без гражданства может получить участок в частную собственность, если он перешел к нему по наследству с таким видом права. Понятно. А может ли гражданин получить несколько участков в одном садовом товариществе? Да, он может получить, но общая площадь этих земельных участков на одного члена садоводческого товарищества не может превышать 15 соток. Так, есть, я знаю, участки по 5 соток, и по 6, и по 7, и есть по 10. Значит, если садовое товарищество, в котором участки по 5, то ты можешь, если так сложится обстоятельства, то ты, в общем-то, можешь и 3 себе отгородить, да? Да. Оформить, правильно? Правильно, все понятно. Да. 15 соток, не больше. Так, хорошо. А если купить у другого гражданина смежный участок и их объединить, это можно? Такая возможность есть, объединить земельные участки, но должны соблюдаться некоторые условия. Это понятно, 2 земельных участка должны находиться
у одного гражданина. На двух земельных участках должен быть один вид права. Если это аренда на одном, то и аренда на другом земельном участке. И опять же помним о площади? И опять же помним о площади. Суммарная площадь не должна превышать 15 соток. И неважно, купил ты его или просто так или взял, так. Ну и опять же не забываем о проекте организации застройки товарищества. Вот так называемый генплан, он тоже должен предусматривать возможность объединения земельных участков, возможность их слияния. Благодарю, пора подключать Викторию. Виктория, ну вот гражданину предоставлен участок для коллективного садоводства. Какие экологические нормы и правила нужно соблюдать, став членом садового товарищества? Ну, это, наверное, одна единственная основная и самая проблемная норма у нас – это обращение с коммунальными отходами. Я бы сказала, экологически безопасное обращение с такими отходами. Все знают, что в товариществе заключаются договора, и, соответственно, вывоз мусора должен осуществляться по этим договорам. Либо это контейнерная площадка, либо предусмотрен заказной вывоз, то есть разрешено хранить у себя на участке. Желательно так и делать, а не носить в пакетиках там, домой, часто нас любят. На автобусной остановке, да? Потом у нас проблемные вопросы возникают, ну и тому подобные случаи. Ну и такое минимальное, наверное, еще пожелание как бы гражданам, владеющим участками дачными, не садите инвазивные растения. Эти растения... Поясните, что значит инвазивные? Это вредные, да. Они называются научным термином инвазивные, но в народе называют вредные. Это вот борщевик Сосновского у нас. Ну, про борщевик показан. Все наслышаны. Да, все наслышаны. Его сейчас уже не садят. Его когда-то завезли на корм скоту. Но вот он так у нас прижился. Он ядовит. Его сок содержит вещества, которые реагируют с ультрафиолетовыми лучами солнца и ожоги, вплоть до волдырей. И, ну, очень все тяжелые, опасные. Это золотарник канадский. Вот это растение, то, которое садят чаще всего на дачных участках. Специально Специально для красоты, на клумбы, на кладбищах его любят садить, в букеты ставят вот эти желтые. Он выселяет все... Другие растения, которые произрастали до этого на данном участке. Плюс, если он попадает на сельхозугодие, то снижается урожайность этих полей. Если попадает на луга, то сено становится то ли горьким, то ли не знаю. Но скот его не хочет есть, крупнорогатый. Поэтому свой вред он оказывает как бы везде. Ну и вот еще дерево было. Клен, наверное, и синелистный. Да. Вот он тоже вреден. Он выселяет из своего места произрастания ивы, тополя, кустарник первого уровня подроста. И для людей он как бы тоже вреден. Во время цветения он может вызывать аллергию. Угу. Поэтому стоит обратить внимание, их как бы тоже любят, они быстро увеличиваются, красиво, как бы зелено, но лучше не стоит. Ну а если вот у соседей, ну сам-то ты сознательный гражданин, да, там грамотный, да, не садишь, а у соседей растет, и как действовать? Ну, подсказать им, что почитать? Это одно, а со второй, с нашей стороны, наша служба часто, мы же постоянно обследуем садоводческие товарищества, и у нас есть практика, мы выдаем вплоть до предписаний председателю садоводческого товарищества, что эти растения нужно удалить в обязательном порядке. Клен вырубить, золотарник. Ну, клен вырубить, да, а вот борщевик, очень сложная борьба с ним, поэтому... У соседа, у вас, я не знаю, очень аккуратно сами, не допускают цветения. Борщевик имеет плодоношение до 50 тысяч семян в год. 50 тысяч? Да, и их схожесть сохраняется в земле до 10 лет. Его просто нереально потом истребить, очень сложно. И химические реактивы применяются. Поэтому лучше не допускать цветения, но самим очень аккуратно, потому что сок брызгается. И вот эти ожоги, даже если вы вечером попал на вас сок, утром у вас все равно солнце повлияет на кожу, будет ожог, может появиться. Интересно, Виктория об экологических нормах рассказала. Мы вернемся потом к разговору. Но есть же еще и нормы там, по высоте забора, в удаленности построек и прочему. Вот какие правила должен соблюдать член садового товарищества, ну, если он уже взял участок. Пожалуйста. Ну, конечно, есть у членов садоводческих товариществ ряд обязанностей. Конкретно по строительству, по размещению построек, посадке растений, содержанию животных есть типовые правила
внутреннего распорядка садоводческих товарищей. То есть такие уставы, это, да, наверняка? Или это общее какие-то правила для это общее для правило, всех. Которое утверждены постановлением Совмина. Они могут отличаться у каждого товарищества, ну, может быть, какие-то свои оговорки, но общий свод, общие требования, они вот заложены в этом документе. Ну, относительно, а пример относительно, Анна. Допустим, высоты ограждения, то между смежными земельными участками для коллективного садоводства высота должна быть не более 1 метра 70 сантиметров. Светопрозрачность не менее 50%. Угу. Запрещено на земельных участках для коллективного садоводства содержать крупных сельскохозяйственных животных. Так. Мелких животных, декоративных животных, пчел можно содержать на земельных участках только по согласованию с членами садоводческого товарищества. Ну вот эти моменты у нас смежно. Будет возможность еще уточнить у председателя садового товарищества. Да, а вот лучше. Скажите, например, постройки какие-то, вот дома, в какой удаленности домик. От улицы или там от простроек соседа, как это должно быть? Садовый домик должен размещаться не более чем 3 метра до ограждения, до границы смежного земельного участка. Друг от друга садовые домики должны размещаться на расстоянии не менее чем 6 метров. Вот. Хозяйственные постройки на расстоянии не менее 1 метра до ограждения. Угу. Вот. Но эти условия могут не соблюдаться, если члены садоводческого товарищества согласовали между собой какие-то иные отступления. Нормы. Да. Иные нормы. Причем, да. Как сказано в этих типовых правилах, это должно быть письменное согласование. Угу. И главное, чтобы это никому не вредило. Правильно? Да. И было со всеми согласовано. Да. Спасибо. Вести хозяйство тоже можно по-разному. Кто-то выщипывает каждую травинку, кому-то и бурьян в рост человека не мешает. Или еще один вариант, вот, который Анна уже озвучила. Гражданин на своем участке решил завести коз или пчел. Нужно ли ему свои решения с кем-то согласовывать? Вот зададим этот вопрос председателю садового товарищества ИПУЦ-3 Дмитрию. Дмитрий Акуленец с нами на связи. Дмитрий, добрый вечер. Добрый, добрый. Дмитрий, скажите, пожалуйста, как давно вы владеете дачей и сколько лет председательствуете? Дача с 2007 года у меня. Руководителем с 2014 года. Шесть лет вы уже председательствуете, правильно? Скажите, да. Пожалуйста, Дмитрий, какие вопросы для членов садового товарищества самые насущные и как вы их решаете? Ну, один из самых насущных вопросов – это сбор и утилизация мусора и мусорных отходов и уборка прилегающей территории. Так. Решили мы ее следующим образом. Меня, когда избрали председателем, первое, что я сделал контейнерные площадки 3 штуки, поставили баки, то есть обеспечили вывоз мусора так, как и в городе. Заключили договор с жилкомунхозом. И у нас машина ездит по заявке раз, бывает, когда люди летом живут 2 раза в месяц, эти контейнеры вывозятся. На мой кооператив, на 62 на кооператива, получается, вывоз мусора в год обходится где-то порядка 3,5 рублей на сегодняшний день. Ой, ну это вообще это совсем ничего, да. А если посмотреть с другой стороны, люди, вот особенно пенсионеры, и на многих так идут на автобус, несут эти пакеты, вскрадки, прячут куда-то, бросают, собаки потом растаскивают. Да. Цена вот этих 3,5 рублей, она очень дорога потом для людей, для природы, для экологии. Некоторые меня поддерживали, некоторые были против, но вот спустя уже, скажем, 6 лет люди довольны, вопросов нет. Ну, в этом вопросе вы, конечно, молодцы, просто восхищаемся. Но кроме мусора, какие еще моменты самые важные? Электроэнергия, вот контроль, больная тема во всех дачных кооперативах, это произвести правильный контроль потребляемой электроэнергии. Я когда получил кооператив, стали проверять, наверное, процентов 80 счетчиков было
с начала 80-х до 2000-х годов выпуска. Мы их все поменяли. Старые. Потом пломбирование счетчиков ввели на каждом отдельно. То есть не было пломб, люди на поверку счетчики не сдавали. От этого были потери. Потери были где-то порядка 4000 киловатт. Так. Мы это все компенсировали. Руководство в лице меня не получало свою зарплату в течение года, чтобы это все восстановилось. Чтобы пошел декомпенсация долга, ну и чтобы все заработало. И на сегодняшний день у нас нет, у нас кооператив. Каждый год вот, ну, остается какой-то маленький плюсик. И мы этот плюсик используем, вот освещение поделали на улицах, повесили датчики движения, то есть оно не постоянно светит круглую там ночь. А на движение срабатывает, да? Да, по улице человек идет, датчик загорел, сработал, загорелось, там 15-20 секунд свет горит, зашел. То есть оно экономично, эффективно, и в то же время требования безопасности даже МВД, вот они должны, мы должны освещать все улицы. Это вот очень здорово. Ситуации. Дмитрий, а вот еще такой момент. Вот гражданин на своем участке решил завести коз или пчел. Вот нужно ему с кем-то свои решения согласовывать? Да. С кем? Для этого есть правление. Он должен обратиться непосредственно к председателю кооператива. Если этот вопрос не решается на уровне председателя, собирается правление. Если правление неполномочно, собирается собрание. То есть в каждом кооперативе есть устав. Угу. Устав – это постулат кооператива, который формируется согласно нормативных актов государственных и требований членов кооператива. То есть если общим собранием решили, что у нас не должно быть ни у кого, и это прописано, то разрешить никто не может, только в обратном порядке. Опять же, собрание. Собрали вот у Петрова на пятом участке, он будет разводить там курей, у него будет курятник. Это все делается сообща, потому что так вот сегодня Петрову я разрешил, у Иванова не спросил, завтра будет беда. Поэтому у каждого кооператива есть устав, согласно уставу должен поступать руководитель, разрешать либо нет. Ну, в моем кооперативе нету ни у кого, ни... Никто не заводит, да? Нет, ну собачек держат, да, котиков держат, но это как бы такое, так массово нет. А пчел нет. Потому что и пчел нету. Да. Дмитрий, ну что ж, мы желаем успехов вам, как председателю, и всем членам того садового товарищества, которое вы возглавляете. Это очень здорово. Пусть всегда будут успехи, солнечные дни и хорошие урожаи. Благодарим вас. Спасибо. Напомню, дорогие друзья, программа «Добрый вечер, Гомель» в эфире. И эта передача адресована действующим и потенциальным дачникам. Сегодня у нас в гостях Анна Прикота и Елена Рандовцова. Они представляют Главное управление землеустройства Гомельского областного исполнительного комитета, а Виктория Баянова, заместитель начальника Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Скажите, Виктория, вот как часто фиксируются факты образования несанкционированных свалок рядом с садовыми товариществами в Гомельской области? Я почему спрашиваю, вот не так давно встречалась в этой студии с лесниками, и они сказали, что это настоящая беда, что даже вдоль дорог проезжающие машины, знаете, не столько мусора оставляют, и отдыхающие вот в беседках не столько мусора оставлять, сколько оставляют дачники. Правда это? К сожалению, это так. И леса страдают в первую очередь, наверное, потому что все дачные кооперативы, я не знаю, как за всю Гомельскую область, а в Гомельском районе они почти все находятся в лесу. Близко к нему. Возле леса, да. Все с дач начинают возвращаться, ехать, забирают с собой мусор. И кто-то донес, кто-то не довез до города, до контейнера. Кто-то просто выбрасывает. Возможно, есть еще несознательные граждане, которые вплоть до того, что вот взял, поубирал на огороде, там на тачку, а повезу в лес. Вывезу. К сожалению, таких свалок находится очень много. Мы их называем постоянно ликвидируют. Постоянно ликвидируют, да. Вот
Для примера, у нас более 150 несанкционированных свалок за год. Наши специалисты выявляют примерно ежегодно. Постоянно даются рекомендации. Убирает эти свалки землепользователь. К сожалению, поэтому и страдает больше всего лесхоз, сельскохозяйственные предприятия, потому что на их угодье тоже попадают эти свалки. Либо это придорожные полосы, то убирают дорожные службы. Сейчас все больше идет тенденция к тому, что устанавливаются фотоловушки, потому что люди этих служб тоже не могут постоянно нести ответственность. Организовываются рейды, например, сельскохозяйственными предприятиями не объезжают постоянно свои угодья. И путем вот фиксации этими фотоловушками, либо если во время там, человек высыпает мусор, и идет рейдовая группа, они увидели, вплоть до того, что они его останавливают, вызывается милиция. И к нам в последнее время особенно увеличилось количество поступающих дел из РОВД Гомельского района по факту привлечения к ответственности вот этих граждан. То есть уже никуда от этого не отвертишься, чтобы понимали штраф минимальный 5 базовых величин до 50. То есть в зависимости уже от тяжести, от признания вины и так далее. Как бы в нынешнее время, наверное, любая копейка будет дорога. И в любой случае этот штраф обойдется дороже, чем сумма за вывоз мусора из дачного кооператива. Виктория, понятно, что мы можем только взывать к сознательности граждан и говорить, друзья, это природа, это тот воздух, которым мы дышим. Давайте сохраним их для наших потомков. Ведь это так просто. Собрать мусор в нужном месте, да, может быть, даже договориться и сделать так, как в садовом товариществе, где председателем Дмитрий Акуленец. Море разных возможностей. В крайнем случае соберите мусор, если у вас есть автомобиль, просто выбросите в мусорный контейнер, да, в городе. Хотя это тоже, наверное, не самый лучший вариант. Даже не стоит так делать, потому что в настоящий момент, может быть, немножко забегая вперед, в законодательстве произошло изменения, и теперь у нас разработана единая схема обращения с коммунальными отходами по всему Гомельскому району. Она утверждена, она согласована с нашими органами и с органами санитарно-эпидемиологического надзора. И эта схема предусматривает учет образования, сбора и дальнейшей передачи на захоронение, либо на использование всех коммунальных отходов с населенных пунктов, в том числе садоводческих товариществ, гаражных кооперативов. И туда включены все садоводческие товарищества. По законодательству товарищество должно заключить договор со специализированной организацией, которая этот отходы все вывозит. К сожалению, сейчас у нас у этой организации недостаточно техники, поэтому договора носят заявительный характер. То есть граждане, члены товарищества должны собирать свои отходы на своих участках, им разрешено хранить временно, накопили определенное. Я же понимаю, что собрание членов товарищества проще организовать или там просто председателю сообщить, что давайте уже пора бы нам заявиться, либо и на направлении на собрание выбрать какой-то один день, там раз в месяц, образно называя. Все приходят, к этому дню времени заказывается техника. Райжилкомхоз Гомельский у нас вот занимается этой организацией перевозкой. Они эту технику привозят и все выбрасывают отходы. И уже специализированная эта организация везет на сортировочную станцию, которая у нас есть. Там эти отходы дополнительно досортировываются, выбираются вторичные материальные ресурсы из них. И уже то, что совсем нельзя никуда использовать, отходы, подлежащие захоронению, везутся на мини-полигоны. К слову, мини-полигоны, мы уже от них отходим, уже идет тенденция к уменьшению их количества. Они себя как таковой ресурс, наверное, изжили. Да, их, тем более, они выработали свой потенциал, их уже закрывают, рекультивируют. У нас внедряются такие новые будут объекты, которые называются региональные комплексы. Это такой объект, который будет позволять перерабатывать эти отходы все с точки зрения экономики эффективно и экологии безопасно. Региональные комплексы по переработке. По обращению с коммунальными отходами. По обращению, да. Ясно. Значит, как по недавним последним сведениям, планируется, не знаю, насколько вытянуто они по финансированию, по разработке проектной документации, к 2023 или 2025 году запустить первый пробный комплекс такой. Но к его запуску уже закроют все мини-полигоны. То есть если мы его не запустим, куда же мы будем все возить? Это дело острое. Будущего еще три года ждать. Вот давайте у Елены поинтересуемся. А как решается вопрос с мусором в том садовом товариществе, где вы имеете участок?
У нас все просто, у нас все организовано. У вас площадка для сбора, нет? Мы видим объявления в доступных местах, не в одном, что такого-то числа, такого-то месяца будет вывоз мусора. Это вот как раз то, о чем Виктория говорила, договорились, да, все, в определенный день приезжает. Да, да, и там, да, возле калиточки, возле забора ставят, и там техника, и забирают этот мусор, да. То есть все организовано. Ну, до этого просто на своем земельном участке. Да, собираем. Просто собираем. Это тоже какой-то контейнер или, может быть, два. Так. Контейнерная система сбора тоже есть, и она должна быть. И по новому уже ТКП, которое вступило у нас 1 сентября вступило новое ТКП с коммунальными отходами обращения, уже желательно 100% контейнерные площадки. Уже на участках схему, наверное, будем переделывать в ближайшем будущем. Вот. Лучше контейнера. Просто не каждое садоводческое товарищество может по территории позволить размещение этой схемы. Ну, во-первых, по территории, а потом не каждый член садового товарищества даст согласие, что я там буду сдавать определенное количество денег на сбор мусора. А это разница не имеет, контейнерная площадка, либо ты у себя хранишь на участке, сумма денег все равно одинаковая за вывоз. Все понятно. Все равно объем, есть установлены нормативы, которые с каждого человека высчитывают количество образования коммунальных отходов. И они усредненные, либо ты по вывозу по накоплению, либо по вывозу техники. Если пришел трактор, образно я называю, 20 тонн, то за 20 тонн вам счет и выставят на садоводческое товарищество. Понятно. Все понятно. Виктория, какие еще вопросы к владельцам дачных участков есть у представителей экологических служб? Ну, я знаю, что вот целая проблема – это сжигание ботвы по осени, да, вот начнется. Ну, ботвы мы как бы не смотрим. Если это на своем приусадебном участке человека подгреб, там, листья опавшие, еще что-то он решил сжечь. У нас таких жестких норм к этому разведению костра нету на своих участках. Если человек просто вышел и решил на общедоступной территории спалить сухую траву или там на сельхозполе типа пожнивные остатки подпалил, то это наказуемо административно. Это все, ну, естественно, вред экологической среде наносит, но есть еще и административно наказуемо. А вот я слышала о том, что иногда снимают плодородный слой, и это тоже нельзя делать. Да. Об этом тоже нужно помнить, пожалуйста. Многие, ну не многие, но бывает там подъезд себе хочет человек сделать, чтобы там заезжать на дачный участок было удобнее. И снимают, опять же, не на своем участке, а на общедоступной, ну у каждого садоводческого товарищества есть общедоступные там дорожки, проезды какие-то там. Снимают себе рядом с своим участком плодородный слой, либо на сельхозполях снимают его, опять же, где им там захотелось для своих целей там поднять себе участок, либо положить на какую-то грядку, может, она более улучшится, по их мнению. Но это тоже земля, которая находится в общем пользовании, это государственная земля. И она имеет свою цену, и она должна использоваться по своему назначению. Плодородный слой снимать просто так, потому что я захотел, нельзя. Еще один момент. Вот научите нас, как утилизировать отходы. Ну, вы эколог, вы нам подскажете. Смотря какие отходы. Если берем коммунальные, и в частности, которые образуются у садоводческих товариществ, то их можно разделить, ну, грубо говоря, на три категории. Это вторичные материальные ресурсы, то есть это стекло, это то, пластик. Что перерабатывается. То, что перерабатывается. Его нужно собирать отдельно. В идеале должны стоять контейнера в каждом садоводческом товариществе на каждый вид таких отходов. Ну, как и в городе. Да, как и в городе. Свой контейнер. Вот. Ну, с этим все понятно, я думаю. Второй вид – это крупногабарит, отходы, либо строительные. Ведь все же тоже могут дачи переоборудовать, либо там диван старый уже там поменялся. Телевизор отработавший. Да. То же самое наша организация Гомельский жилкомхоз, она вывозит такие крупногабаритные отходы. По действующему законодательству новому должны в каждом товариществе быть либо площадка специальная, либо заказываться специальный контейнер, куда эти отходы можно будет погрузить, потом приходит техника и их забирает. Естественно, это тоже будет платно. Ну, как и в городе, тоже для строительных заказывается контейнер и вывозится. Да. Потом дополнительно. А вот это огромное количество растительных остатков, которые образуются осенью. Да, я бы их порекомендовала использовать у себя на компост. Это будет хорошее удобрение. Компост главное правильно заложить. Все хорошо отходы растительного происхождения, они достаточно хорошо разлагаются. Положили там ветки на низ, стебли, которые помогают дышать, грубо говоря, компосту. Потом какой-нибудь растительные отходы, то есть кожура с овощей, фрукты.
фрукты какие-то, кофе, вот кофейная гуща, многие кто, все любят кофе, чайную заварку, она хорошо перегнивает, она ускоряет процесс гниения. Там скорлупа с яиц любого, ну вот, и как бы этот компост, он листья, ветки, кукурузные початки, капустные. Землей нужно перемешивать это? Можно посыпать слоем земли желательно, потому что там содержатся уже бактерии, которые способствуют быстрейшему гниению. Те же самые дождевые черви могут туда попасть, которые тоже будут это все перерабатывать. Ну вот. Ну, в общем, все разложили по полочкам. И потом использовать этот компост в качестве органики. Вот вам удобрение. Главное не ложить туда с пораженными растения, пораженными там заболеваниями. Вот эти заболевания, все эти микроорганизмы вредные, они почему-то в компосте не перегнивают. И они потом могут передаться вам на ваш огород. Такое не надо. Компост. Но сжигать же мы не можем это все. Нежелательно. Нежелательно, потому что мы все знаем, что оно капливает канцерогены, поэтому строгих норм у нас нет. Может быть, у санитарной службы есть больше норм к этому. Наше законодательство не предусматривает конкретные там либо запреты, либо разрешительные нормы. Такого нету у нас. Ну, лучше не надо. Интересная информация, но я вернусь снова к вопросам юридическим и не только, к вопросам землеустройства. Вот скажите, пожалуйста, а можно ли на участке для коллективного садоводства организовать агроусадьбу? Нет, агроусадьба в том понимании и в том значении, которое содержится в законодательстве, это все-таки в населенном пункте, на земельном участке для строительства и обслуживания жилого дома. На участке для коллективного садоводства, к сожалению, законодательство не предусматривает организацию агроусадеб. Только для личного пользования домик, пожалуйста, праздник семейный можете организовать. Да. А вот как функционирует агроусадьба, это нет. Вдохнуть жизнь в целую деревню. Вот такая мечта однажды возникла у хрупкой, но очень целеустремленной девушки. Анастасия Теслюк в 2017 году выкупила пустующее здание, где когда-то располагалась школа, а после сельский клуб. Итак, перенесемся в деревню Хвоенск Житковичского района. Анастасия Теслюк – настоящий генератор различных творческих идей. Уже в разработке музей Полишука. По соседству с усадьбой был выкуплен полуразрушенный дом, его восстановили, и уже в ближайшее время каждый желающий сможет узнать, как жили люди на этой земле около 150 лет назад. Интересно будет узнать, почему именно из осины этот дом сделан, почему дранка, почему крыша не текла, почему печь именно такая, почему есть грубка так называемая, а есть печь для хлеба. И получить такие знания именно о жизни повседневной человека этой местности. В Хвоенск на постоянное место жительства Анастасия переехала из большого города. Некоторое время проживала в Москве. О таком повороте судьбы Анастасия не жалеет. Жизнь кипит и в маленькой деревушке. На будущее у предприимчивой девушки немало планов. В этом году деревне исполняется 500 лет. И возник вопрос, как отметить этот праздник? Что же сделать? И мы решили, что в этом году в деревне Хвоенск мы посадим дубовую рощу. Нас поддержал Житковичский лес, нас поддержал лесхоз, нам дадут саженцы. И в начале октября мы будем садить лес. То, что останется в памяти у людей, где у каждого будет табличка, где приедут семьи, для того, чтобы оставить в этой истории хотя бы на лет 200, покуда дерево растет, о том, что здесь жил вот тот-то, занимался вот этим. И посадил он дерево тогда-то, когда деревне было 500 лет. И когда ты идешь за такими большими целями, за тем, чтобы оставить след, то переезд дается очень легко. Ну вот такой
какой замечательный сюжет мы посмотрели. Мы видим, что когда земля используется по назначению, в порядке содержатся все постройки, и, собственно, сам участок, то и хозяин доволен, и соседи. А может ли так статься, скажите мне, пожалуйста, что земельный участок у его владельца по какой-то причине могут изъять? И что это за причина? Пожалуйста. Да, к сожалению, некоторые берут земельные участки, ну, на всякий случай, к сожалению. Не оценив свои возможности. Не оценив свои возможности, абсолютно верно, да. Соответственно, они его берут просто так, не используют. Он зарастает сорной растительностью. То есть не выполняется на земле требования по охране и мероприятий по использованию земельных участков. Такой земельный участок может быть изъят у владельца этого земельного участка. Неважно, это дачный участок, вот садовое товарищество, или участок для ведения садоводства, как, огородничества, да? Личного подсобного хозяйства. Вот, да, да, да. То есть может быть, безусловно, такое. Угу. Конечно, ему вынесут предписание, предупредят, это является обязательным условием. Какие еще могут быть основания? Исключение членов садоводческого товарищества – это тоже является основанием в изъятии этого земельного участка. А по каким причинам могут исключить? Ну, причина... Неуплата? Да, такие тоже есть причины. Неуплата. И законодательством установлены сроки, когда он может распорядиться своим имуществом, ну, на этом земельном участке. Да, такие случаи, к сожалению, тоже имеют место быть. А существует ли проблема заброшенных участков для коллективного садоводства? Да, к сожалению, такая проблема существует. И, ну, если говорить о пригородных территориях, наверное, тут больше спрос от того, что, может быть, транспортное сообщение как-то там получше, да. А вот то, что подальше, к сожалению, да, имеет место быть. А вот так и появляются земельные участки в перечнях свободных, незанятых земельных участков. Да, конечно, существует. То есть, я так понимаю, отслеживает этот момент председатель садового товарищества, да? Да. Он собирает взносы, и если люди не готовы платить взносы или готовы платить взносы, но былье у них на участке растет, он может поставить вопрос о том, чтобы они отказались. Да, может быть, и это можно сделать как в добровольном порядке, так и в принудительном порядке. Если председатель садоводческого товарищества систематически наблюдает такую картину, то, конечно, он может обратиться и в подразделение землеустройства, привлечение к ответственности. Но, понимаете, заброшенные участки, здесь нужно подходить это рационально. То есть, если человек, там, скажем так, не изъявляет желания, он и не будет выполнять какие-то минимальные требования. Такого участка, конечно, и председатель садоводческого товарищества, и сам уже хочет, наверное, избавиться. Вот. И здесь нужно говорить о том, что как рационально его обратно вовлечь. В использовании. В использовании, да. И тут задача, конечно, прежде всего, это председателей садоводческого товарищества об информировании таких земельных участков, подразделений землеустройства, на примере нашего совета. Максимально пытаемся, опять же, проинформировать, но есть и такие садоводческие товарищества, далеко расположенные, где уже вопрос стоит о передаче абсолютно другому землепользователю, например, лесохозяйственной организации. То есть вот таким образом пытаемся рационально относиться к земельным участкам. Интересная очень информация, но время нашей программы подходит к завершению. Поэтому, Виктория, Анна, Елена, ваши пожелания телезрителям. Пожалуйста, Виктория. Ну, я бы, наверное, пожелала здоровья в нынешнее время и благоприятной окружающей среды. Спасибо. Анна? Ну, наверное, хорошего настроения, чтобы всегда хватало сил и энергии заниматься любимым делом, ну, и делать красоту вокруг нас. Так, Лена? Успехов во всех начинаниях или продолжениях, будь то на земле, либо в каких-то своих таких уже других успехах.
Спасибо огромное. Мне остается поблагодарить еще раз вас за участие в этой программе, за то, что вы дали ценнейшую информацию, буквально все разложили по полочкам для потенциальных дачников и, кстати, для действующих дачников в том числе. Дорогие друзья, мне кажется, что каждому из нас по силам сделать что-то для родных мест. И в первую очередь быть достойными гражданами тех мест, где мы родились, где мы живем, где мы обитаем. С вами была программа «Добрый вечер, Гомель». Я Елена Троценко. Прощаюсь до следующей встречи. Будьте здоровы и счастливы!